Анонс и точная дата выхода 207 серии турецкого сериала «Клятва». 207 серия сериала выйдет в эфир 17 марта. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, в предыдущей серии мы увидели, как Эмир очень счастлив от того, что скоро станет отцом. Он старается еще больше уделять внимание Райхан и как следует заботиться о ней. Эмир купил много шариков и предложил Райхан запустить их в небо, чтобы все знали про его большую любовь к ней. Джавидан продолжает строить козни против Райхан. Когда она сходила к колдунье, то женщина сварила зелье, и Джавидан надеется с его помощью сделать так, чтобы у Райхан случился выкидыш. Теперь ей остается лишь добавить яд в чай к Райхан и дождаться того момента, когда она его выпьет. Когда все собрались в гостиной, то Эмир стал замечать, что его мать не сводит глаз с Райхан, и поэтому заподозрил что-то неладное. Тогда он забрал чай у Райхан и предложил ей первой его попробовать. Кемалю удалось спасти Нарин, и между ними произошел серьезный разговор. Они смогли выяснить свои отношения. Теперь между этой парой нет никаких секретов, и они могут начать все с чистого листа. Кемаль говорит о том, что он словно родился заново. Когда в особняк пришли Нарин и Кемаль, то супруги поделились с ними своей радостной новостью. Талас по-прежнему вынужден терпеть сошедшую с ума Джимре, которая никак не хочет уходить от него. Напомним, 207 серия сериала выйдет в эфир 17 марта. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки. Приятного просмотра!